Что, рады всех приветствовать, всех членов клуба, всех гостей клуба на нашем выездном заседании. У Павла и Егора, это их тут земля, их самолеты, их металл, их небо, их поля. Очень приятная атмосфера. Открываем наше выездное заседание. Выездные приглашаем наших друзей, особенно тех, которые уже в нашем списке, там около 50 уже человек, которые у нас были гости. Мы рассказываем на этой встрече о Ротари, что такое Ротари, как мы служим людям через ротарианские движения. Сегодня мы жарим шашлык. Один из будущих наших ротарианцев, Сергей Мазин, привез нам самодельное вино. Сегодня мы просто общаемся. Павел Шабалков. Это человек из мира воздуха, из мира космоса. Вот сейчас мы в таком хорошем движении находимся. Спасибо. Мне дали для изучения буклет мой учитель Фирудин Джурлаевич. Вот. Я сейчас его прочитаю на ночь и утром буду принимать решение.